Друзья, сегодня в нашем городе стало еще на одну достопримечательность больше. Возле драматического театра, в сквере театральный, который сегодня называется, был установлен бюст великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Это была проделана большая работа. Насколько я знаю, сам бюст – это подарок городу от Демидовского фонда, но в его установке, в облагораживании территории приняло участие немало городских предприятий при поддержке администрации города Бийска. Такие предприятия, как Зеленстрою, до сих пор они работают, как вы видите. Это предприятие СГК, Сибирская генерирующая компания. Это еще ряд других замечательных организаций, которые не остались в стороне от этого мероприятия. И вот теперь у нас вот такая замечательная красота в нашем Бийске. Так что приходите посмотреть. Остались последние штрихи. Здесь перекладывают плитку. Перенесли по требованию главы города Александра Петровича Студникина, перенесли остановку, чтобы она не закрывала этот замечательный памятник. Здесь все продумано, все будет красиво. Так что, друзья, пора фотографироваться.